Адным з месцаў прыкладання сіл для супрацоўнікаў гарвыканкама стаў былы гарадскі сад у цэнтры горада. Сёння яму ўжо больш за 180 гадоў. Работы тут пачаліся яшчэ некалькі тыдняў таму, а ў дзень правядзення рэспубліканскага суботніка увесь апарат гарадской выканаўчай улады і структурных падраздзяленняў зноў працаваў на гэтым месцы. Это самый старый парк, и мы вообще-то с учетом того, что планируем все-таки его восстановить, поэтому основные силы наши будут сегодня, горисполкома и наших управлений будут работать именно здесь. Вообще мы планируем, конечно же, его восстановить в том первозданном виде, в котором он был, с одной стороны, а с другой стороны, с учетом того, что время меняется, и, конечно же, внести какие-то изменения с точки зрения архитектуры. Для наведывання гэты гарадскі парк быў закрыты ў 1940 годзе. Цягам часу ад былой дагледжанасці, прыгажосці і аўтэнтычнасці засталося немногае. Гарадскія выканаўчыя ўлады вырашылі змяніць стан справ і паступова вернуць парк гараджанам і гасцям горада у былым яго прызначэнні. Каждому жителю нужно поддержать нашу республиканскую акцию, наш республиканский субботник и внести свою лепту в красоту нашего города, благоустройство города. Для меня сегодняшний день – это возможность вместе с коллегами сделать доброе дело, поработать на благо города. Все заработанные деньги от субботника пойдут также на объект, который нужен людям, детям –